И всем привет! Вы на канале Портермин. И сегодня я покажу, как вам сделать корабль из бумаги оригами. Вам сегодня надо ножницы и бумага. Делаем бумагу вот так. Вот так. Вот. Сейчас я покажу. Вот так. И далее вам надо сделать вот такое, чтобы у нас вышел квадрат. Потом открываем и берем ножницы и вырезаем. Вот так вырезаем. Вот. Так, это нам не надо. Далее вот открываем. У нас вышел квадрат. Далее берем вот, делаем вот так, прямокутник, чтобы был ровным. Потом развертаем и делаем нам квадрат. Вот так. Вот. Так. Далее, видите, вот эту штуку. Смотрите, вот мы открыли. Делаем прямокутник. Потом закрываем. И у нас вот, вот это. Одну берем и в самый кут сам идет. Потом переворачиваем. И все берем вот сюда. Вот. Теперь вот тут нам надо сделать вот такое. Теперь вот берем отсюда, вот такое открываем потихоньку. Ну что, вот у нас вот так. Мы берем вот такое. Вот, видите, у нас, смотрите, это вот такое. Берем вот такое зеленый. И вот корабль. Вообще оценивать это надо здесь. Так, все, вот я пришел в корабль.